На сегодняшний день «Аэроэкспресс» — это самый быстрый способ добраться в аэропорт из центра города. Время в пути от Киевского и Белорусского вокзалов до аэропортов Внуково и Шереметьево составляет всего 35 минут. А расстояние от Павелецкого вокзала до Домодедово «Аэроэкспресс» преодолевает за 45 минут. Все терминалы «Аэроэкспресс» оснащены просторными залами ожидания, автоматами и кассами для приобретения билетов, информационными стойками и онлайн-табло аэропортов. Сегодня каждый четвертый пассажир, направляющийся в один из столичных аэропортов, выбирает «Аэроэкспресс». Ежемесячно поездами компании пользуется более миллиона человек. Доля «Аэроэкспресса» в пассажиропотоке аэропортов Москвы на текущий момент составляет 23,4%. Только в 2012 году «Аэроэкспресс» доставил в аэропорты Москвы около 15 миллионов человек. Прирост пассажиропотока компании за последние два года в одной столице достиг 46,6%. Сегодня «Аэроэкспрессы» курсируют в Москве, Сочи, Владивостоке и Казани. А в перспективе будут курсировать и в Санкт-Петербурге. С расширением географии компании и ростом пассажиропотока развивается инфраструктура, осваиваются новые технологии продаж билетов, внедряются современные IT-технологии, модернизируется подвижной состав. С 2015 года компания «Аэроэкспресс» вводит в эксплуатацию новый двухуровневый подвижной состав швейцарской компании «Штадлер». По прогнозам специалистов, это позволит увеличить пассажировместимость на 40%. Максимальная скорость нового электропоезда будет доходить до 160 км в час. Новые двухэтажные поезда будут оснащены более широкими дверными проемами, просторными тамбурами и удобными лестницами. Вагоны будут оборудованы полками для багажа по всей длине, а также дополнительными багажными стойками в концах вагонов, в том числе и для крупногабаритного багажа. Салон вагона будет снабжен эргономичной системой освещения, а посадочные места в нем распределены таким образом, чтобы обеспечить каждому пассажиру комфортное путешествие в аэропорт. Компания «Аэроэкспресс» — это экологичные, высокоскоростные и комфортные поезда, высококвалифицированный персонал и постоянно развивающаяся инфраструктура. С 2012 года подвижной состав «Аэроэкспресса» базируется в собственном депо, где проходит ремонт и техническое обслуживание. В 2013 году компания «Аэроэкспресс» планирует начать строительство собственного железнодорожного терминала в аэропорту Домодедово. Современное архитектурное сооружение, постройку которого планируется инвестировать более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, будет соответствовать самым последним требованиям и сделает прибытие в аэропорт еще более быстрым и комфортным.